Большинство и меньшинство было разницы в этой игре. Готовимся к следующей. Спасибо, Игорь. Не стыдно за команду вообще. Ни в одном случае. Ребята выложились, полностью сыграли по заданию, дисциплинированно. Очень много времени провели. Втроем, вчетвером, но тем не менее. Видно было, что был кулак, ребята. Были команды сегодня. Серия продолжается. Так что. По забитым пропущенным 7-7. Так что все еще впереди. Спасибо. Ваш вопрос. Юрий. Я, Петрович, ваши хоккеисты провоцировали трибуны. Что-то сказали им по этому поводу? Как некрасиво получается. Хоккеисты провоцировали трибуны? Какой-то, как они могли? То, что за сиськами бросали? Это провокация трибуны называется? Да нет, строили рожи там. Кому? Показывали всякие знаки. Фанатской трибуне Спартака. Да ладно. Посмотрим. Да. Следующий вопрос. Сидор. Если опять вчера подавлен, что эпизод и что с ним? Ну, пока информации нет, он отвезли его в клинику, так что сейчас идет проверка. Ждем ответа. Кирилл, пожалуйста. Илья Петрович, Шестеркин точно не сыграет в следующем матче из-за дисквалификации. Хельгер, кто будет дублером? Точно уже? Ну, вы из ДК или что? Следующий вопрос. Там игровая ситуация была, в принципе, там удаление, то, что удар за штаб упал, здоровья желаем, а так, в принципе, там игровая ситуация была. Артем. Ну, конечно, потеря приличная, ведущий игрок у нас, результатив на 7-м месте, брали на ведущие роли к нам команду, вот, но тем не менее первый был играли без него тоже. Так что, конечно, потеря значимая, тем не менее у нас лавочка еще есть игроки, которые готовы вступить и выйти в бою и играть. Сергеевич в этом сцене выиграл в шайте в Москве, не могли забить СКА, сегодня забили, но поиграли. Слава впечатление, что в Петербурге вам играть за СКА как-то проще, чем в Москве. Вы согласны с этим? Да нет, мы прекрасно понимали то, что команда едет 0-2, сыграли дома, и к нам это будет совсем другой хоккей. Это, в принципе, мы этого ожидали. Но у нас еще игры будут впереди, и в Москве, и в Питере. Серия будет интересная, мне кажется, и для болельщиков, и особенно для вас. Тоже будет интересно. Семен. Петрович, через спецбригады, насколько беспокоит, что рано состава? Мы выиграли игру, смотрим дальше.